Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Wolverblade. Будем играть сегодня, пожалуй, за бойца. Потому что за девушку мне как-то не особо понравилось. И миссия у нас называется Бременский форт, назовем ее так. Ну что же, 7-й левел, ребятушки, 7-й. Поехали, как говорится, будем смотреть, что у нас за форт такой. Насколько он крепенький. Проверим его на прочность. Ну давай, ты не томи уже в самом-то деле. Чё ж такие долгие здесь загрузки постоянно, а? Ребят, вот что меня интересует. Чувствую, в этом форту мы получим люлей. А может быть, они получат. Да заглохнет. Кстати, это тяжелый легионер. В общем, они напросились. Поехали. Ну-ка, дайте-ка я вас проверю на прочность. Опачки. Да, ребята, придется, наверное, повозюкаться здесь. Черт подери, смотрите, они щитами. Не так легко их пробить. Елки-палки. Да хорош ты, успокойся, тут копишком своим бросается. Дай-ка я его вас обратно. Нет, нифига не подбили. Все, двое готовы. Так, и ты иди отсюда. Че ты встал-то там? Ты смотри-ка, а? Пробил меня. Давай, вали отсюда. Ох, елки-палки. Ребята, здесь, по ходу дела, будут одни вот эти вот легионеры. И тяжелые, и легкие, и лучники, и мечники. В общем, вся их шарага. Ладно, будем всех чикать налево и направо. Так, у меня есть волки. Ну, энергию я скоро накоплю себе для берсерка. Так что не стоит переживать. Ну, иди сюда, олух. Блин, отбил все-таки щитом, гад. Почему-то не могу добить, ребят. Странно как-то. Раньше мог, а сейчас не указывается на это. А, во, получилось. Раздавил головешку никчемную тупую. Так, тихо. Не надо так делать сзади из-под тишка нападать, а? Олух, хорош, угомонитесь. По идее, ребята, если мы находимся в этом форту, у нас будет здесь босс стопудово какой-нибудь тяжелый легионер или предводитель. В общем, посмотрим. Так, а вот эту штучку надо подобрать обязательно. Хороша, наверное. Так, а куда нам идти? А, вниз надо. Тут вот так вот. Ладно. Вон они мои там побежали на заднем плане. Ох ты, как хорошо-то. Слушайте, почему вояка у меня такой ватный стал, а? Его так быстро разбирает. Или здесь враги стали покрепче. Так, не пробить говнюка. Придется, наверное... Блин, да что ты делаешь? Хорош. Так, не забываем, что у меня есть еще суперудар. Вот такой вот. Не нравится, я смотрю. А мне тоже не нравится, когда меня лупасят. Приходится... Ох ты! Не успел, гаденыш. Так, что ты там стоишь? Достоялся, досмотрелся по сторонам. Тут очень много всяких, смотрите, бочек, которые мы разбиваем. И в них почему-то ни шиша нам не дают. Дали хотя бы мясо бы мне на подкреп. Хорош! О, у меня ребята с хпхами-то вообще туго. Блин, как берс включается, я не помню. Ё-моё, как берс включить? Черт, забыл комбинацию кнопок. Ой-ой-ой, да какой прыжок, блин. Так, черт, по-моему, сейчас заколбасят, ребят. Ой-ой-ой. Отлично. Только не то, блин, я. Ну ладно, волки тоже неплохо. Жаль, конечно, что потратил я на этих хмырей. Я вообще-то думал, что у меня берсерк сейчас включится, но нет, ошибся я. Так, этим жирным здесь не место. Давай иди сюда, хламон. Блин, у меня... Вот оно, наконец-то. Наконец-то у меня сработал берс. Давай, хпшка, копись. Так, я надеюсь, она останется у меня сейчас. А это еще что за партизаны? Легионер Центурион. Понятно. Даже не вякает. Слушайте, наверное, это может быть босс будет. Хотя нет, ребят, это, скорее всего, какой-то их не предводитель здесь. Нет, это не босяра, потому что хпшка не обозначена внизу. Но, тем не менее, я думаю, какой-нибудь крепкий чувачок. Тихо, что ты там?
Вот так, ох ты. Понятно, он еще указывает стрелкам, куда стрелять. Надо его по-быстренькому валить. Ты смотри, какой хламон, а, он блокируется. Ох ты, я его схватить не могу, он вырывается, ребят. Плохо дело. Ты что, ты не припухли, а? Легионер. Да не могу его взять, и все. О, и все, ребята, хпшку я одну потратил. Черт бы его побрал. Ага, не нравится, я смотрю ему. Да пошел ты отсюда. Черт, вот когда вот он... Так, указывает. А как вы меня пробили-то? Я же в блоке был. Так, ладно, давайте его добивать. Достал он меня, если честно. Коломенная бесявая хрень, а. Готов. Но если такие дальше пойдут, у нас войны, блин, будет сложно, ребята. Для меня, по крайней мере. Так, а здесь у нас... Ага, нельзя ни вниз, ни вверх, только лишь по прямой будем идти. И я так понимаю, сейчас со всех сторон будут переть. Так, готов. Да ладно, там еще этот тяжелый стоит. Смотрите, я его даже так не могу пробить, потому что он в щите. Печалька какая-то. Как их бить-то? Копьем, а помимо... Есть, конечно, вариант... Дай-ка я подниму и в тебя же... Вот так вот. Есть вариант, конечно, вот так вот запрыгивать к ним туда и уже сзади или на уровне их бить. Сейчас я их голову. Да ё-моё, думал, сейчас кидану. А тут эти бочки стоят везде. Монетки. Жалко, конечно, что эти деньги нельзя пустить на какой-нибудь апгрейд. Там было бы неплохо. Так, готов. На пару ударов его всего лишь хватило-то. Так что, о, ребят, у нас лежит тесак довольно неплохой. Я хочу его себе взять. Так, давайте я с этим расправлюсь. Так, ну-ка. Ох ты, ё-моё, нифига себе. Ну, надо будет проверить. Опа. Ну что же, я скажу, довольно неплохо бьет. И скорость вроде такая приличная. Так что, пожалуй, я оставлю себе. Чё ты лезешь-то сюда? Со всех сторон пруд, да? А вот это, кстати, плохо, ребят, потому что я не смогу ни вниз, ни вверх спуститься. Мне приходится чисто драться по прямой. Все, что ли? Ага, все. Губежки раскатил, но... Да не могу его пробить, хоть ты тресни. Еще из двух сторон, ё-моё. Вот. Ай-яй-яй. Так, ладно, пока валяет. Почему я не могу его добить? Вот я не понимаю смысла. Раньше мог. Неужели справился с ним? Да? Так. Интересно, с какого перепуга мы делаем, скажем так, стене этого форта? Для чего? Так, я не понял, это что такое было? Бочки? А кто их пускает? Так, ай-яй-яй, мне бы, конечно, тесак бы этот поднять, но эти бочки без перерыва катятся. Я его сейчас пойму... А, вот он, гад этот. На-ка. Иди отсюда, птичка. Вниз, вниз надо спускаться, ребята. Дайте я возьму свой тесачок вот этот. О! Хорошая штука, просто пригодится нам. Так, что у нас тут? Чекпоинт, отлично. Отлично все. А, смотрите, отдыхают, они уже покоцаны здесь. Типа силы себе восстанавливают. Но не тут-то было. Потому что пришел я. Сейчас буду их тут рвать всех. А этот там что, я не пойму, спит или дохлый? Что-то не врублюсь. Тут такая заваруха, он валяется там. Прикорнул, да чего устал, что даже не слышит, что здесь бойня. Ну-ка. Да, ребята, он спал. Ах ты, как ты успел вырваться, а? Гаденыш, только хотел его головешку раздолбать. А он подорвался. Так, готов. Опять эти хэви идут, а? Голова просто слетела. Такое мясо, блин. Так, дайте-ка я подберу вот эту штуку. По-моему, она все-таки нам восстанавливает манну, если я не ошибаюсь. Так, тут у нас еще лежат копья, но, в принципе, лопата нам нафиг не нужна, не буду я ее брать. Мне она не очень нравится. Так, дальше бежим. Ага. Так, опять эти всякие ублюдки. Ага. Да ё-моё, блин. От одного успела, от другого не получилось мне отпрыгнуть. Лучник, все, тебе хана. За твою стрельбу. Так. Смотрите, смотрите, там на дальнем фоне эти разбираются наши тоже. Якобы мы тут бегаем на переулочках и деремся. Ага, пошли опять эти бомжары первосортные.
тоже все покоцанные, перевязанные. Будем их добивать. Мне что тут делать? Иди отсюда. Ну, по крайней мере, с ними довольно все легко и просто. А вот эти вот уже посерьезнее идут. Ну ладно, в принципе, с копьями это все фигня. А вот которые с щитами, да, ребятушки такие довольно серьезные, если их там будет 3 или 4, дадут мне тут пекло. Ну что, куда ты бежишь? Куда бежишь, ё-моё? Где мой суперудар? Я хочу врубить Берса. Вот он. Ну что, давайте теперь попляшем, что ли? Познайте всю ярость воина. Ух ты. Давай-давай-давай-давай, бегите все сюда. На всех хватит. Ай, кончается. Кончился мой берсерк. Ну, давай этого распинаем. Добить. Ну иди сюда, олух. Я тебя сейчас приголублю. Но, вот так вот, отличненько, все. Да, конечно, отличненько. Тут их как было куча, так и осталось. Вот, тяжи пошли. Пошли тяжеловесы с щитами. Блин, мне бы тоже щит не помешал бы, если честно. Вот здесь бы, кстати, наверное, хорошо было бы играть воякой. Потому что он... Да иди отсюда! Потому что он прикрывается щитом и может отразить удары. Хотя у меня тоже, ребята, есть блок, но почему-то он какой-то довольно слабенький. Так, ты чё припух, что ли? Нифига, ты мечом меня, потом щитом звезданул. Ну, ты вообще, парень, страх, я смотрю, потерял тогда эти мне вот, а? Груша очень мало восполняет здоровье. Так, опять кто-то бочки пускает. Хорошо, наверное, уже их там двое, посмотрите, что тут творится. Так, надо нам, ребята, как-то продвигаться. Вот так вот, перепрыгиваем, будем скакунками. Ага, даже трое. Ага, вот вы, ребята, и попались мне, голубчики. Извините, что пришлось потревожить ваш форт. Но, как говорится, вы сами виноваты, вторглись в мои земли. А я не хочу их отдавать вам. Я, в отличие от тех продажных сосунков, родину не продаю. Так, ну что, все? Подниматься нам надо наверх. И опять мы с вами на стену забираемся, да, я так понимаю? Да, ребята, и опять здесь нам никуда не деться. Иди отсюда. Убить всех! Кого всех-то? Я тут один только. На-ка, выкуси. Черт бы его побрал, не могу. Да ладно, вот как вот попадаешь под ихнее комбо, ничего нельзя сделать. Ни сбить, ни отбить, ни отразить. Надо постоянно их держать на расстоянии. Вот, только вот этого вот говнюка надо бить в ближнем бою. Пробивать, по крайней мере. Вот так вот, головешки, как не бывало. Возьмем копьишко. Пригодится сейчас кто-нибудь. Вот так вот. Причем копье летит, ребята, вы видели, да? Не в первого противника, оно идет насквозь. То есть, если там двое будет, она пробивает и первого, и второго. И это, в принципе, хорошо, в отличие от ножа, который бьет только по первой цели. Ага, не нравится? Встаем, встаем, разминка. Физподготовка, ребята, у вас, конечно, не к черту. Вот именно вот у этих. У тех-то более-менее еще. Ай-яй-яй-яй-яй, со спины бью. Вот так. Сразу не нравится, когда я делаю свой микро-супер-удар. Готов, охламонище? Поехали далее. Пошел отсюда, нечего тебе здесь делать. Так, мы опять, я так понимаю, будем сейчас спускаться с вами вниз. И чувствую, что уже скоро вот-вот будет, по идее, боссик у нас. Но, вот так, малжбан. Готов. Их надо, наверное, ребят, знаете, как бить? Ими... Оу-оу-оу-оу, извини, братиша, тебе не повезло. Хорошая комбинация была. Ну что же, спускаемся. Ну, босяра-то когда? Нет, еще, по-моему, не здесь, ребята, еще не здесь. Слишком много бочек. О, мясо! Мясо как раз мне кстати. Ух, я восстановил себе полностью здоровье. А был практически на волосок от гибели. То есть хпшечку я за собой сохранил. Что тут у вас за сборище такое, я не понял было, а? Лежать всем! Чё ты там еще копье в меня стреляешь? Ну-ка, получи в обратку. Здесь что-нибудь будет. О, топор. На-ка, выкуси. Камнями, что только в них не летит. Пока одного разбираешь, сзади какой-то мелкий хмырь своим ножичком меня херачит, а?
Или как он называется? Гладиус, по-моему, если не ошибаюсь, этот вот меч их не маленький такой. Ну, он не маленький, он средненький. Да, по-моему, Гладиус. На Колизее очень был распространен. Так, здесь ничего нам не достается. Опа! Пардончик, как говорится. Оп. Смотрите, смотрите, мои бегут, бегут там наверху. Блин, надо было его добить. Что ты вышел там из дома, ё-моё? Что тебе там не понравилось? Сидел бы себе. Нет, дуралей, вышел, а? Не видишь, что здесь такая мисюлька? Вот ему и досталось. Как говорится, вылез посмотреть, да зря. Ё-моё. Прут и прут опять, а? Что ты? Не знать, что взять там, меч или копье, ё-моё. Растерялся, бедняга. Легионер, иди отсюда. Ай-яй-яй. Нет, успел я его сбить. Одна головешка появляется там, блин. Так, что? Промахнулся? Извини. Давайте этого тебе подчикаем. Ну что ты там с копьем бегаешь, ё-моё? На, выкуси. Все, вали отсюда, хламонище. Так, у нас здесь и кирка, и копье, да, есть? Да что такое, не дали мне бочки сбить. Лопат... Нет, лопату мы сломали. Ну давай, давай, давай. Ага, вот опять сосунки. Я не могу понять, ну ведь я же его бью. По идее, он не может меня перебить. Как у него это получается? Причем без блока, без всего. Да-да-да. Ай-яй-яй, как-то не айс получилось, ребят. Хотел по-быренькому их защелкать. Все, яблочко хоть дали. И на этом спасибо. Ждем следующую партию. Где? Где? А, нет, ребят, не надо никакой партии ждать. Секретная, что там? Секретная локация. Ничего секретного я здесь не вижу, кроме как вот то, что мясо здесь, это хорошо. Лопаты я брать не собираюсь. Так, давайте вот заберем здесь золотишко. Перстни, золото. Серебряные монеты. Нормуль. Опачки! Неужели, ребята, мы пришли к боссу? А бойца нашего звать, кстати, Бренус. Точно! Префектус это, оказывается. Причем с одним глазом. Куда ты второй-то глаз дел? Где ты потерял его, а? Под Кутузова гаденыш косит. Маленькое задание, что-то у него какое-то есть здесь. И он такой самодовольный. С чем он? С копьем, ребят, по ходу дела. Так, мы психанули. Ну, давай проверим, что ты себе представляешь. Ясно. Такой у тебя есть удар. Ох ты! Гад, он мне топор выбил. Че там пыхтишь? Вот так. Сбил его. Ребят, мне нужен топор. Топор мне нужен. Давай, где там? Выходи, гаденыш. Я жду тебя. Так. Ну, довольно неплохо разбирается. А вот интересно, что у него внизу за три такие точки. Видимо, какой-то супер удар. Ох ты. Слушайте, я буду в блок вставать. Не успел. Хотел в блок. Вот. Ага. Срабатывает, ребята. Все-таки можно отбить удары. Но. Ну, по крайней мере, в данный момент он очень легкий. Вы посмотрите, ничего такого. Ай-яй-яй-яй-яй, вот только скажешь что-нибудь этакое, и начинается звездюли. Получи 1000 звездюлей. Как в фильме каком-то было. Супер удар, 1000 звездюлей, ё-моё. Да? Так, ребята, одну полоску жизни мы отняли. Это пошла у нас вторая. И потом еще будет третья. Так, у меня есть берсерк, если что. Ага, он здесь тоже призывает помощь себе. Ох ты! Довольно неплохо ты сделал, паренек. Так, вот этих хламонов нужно разобрать. Время у нас позволяет, 7 минут в запасе есть. Я думаю, мне этого будет достаточно, чтобы запинать его. Так, да. По-моему, пора, ребята, на берсерков переключаться. Так, а вот теперь давай поговорим по душам. Иди сюда, куда ты там убегаешь-то от меня, а? Ну-ну-ну-ну. Ах, как тебе не нравится. И сделать-то ты ничего не можешь, да? Ай-яй-яй. Прям печалька. Ой, кончился берс. Как всегда, не вовремя. Ну что же, ребята, вот и последняя полоска жизни у него пошла.
Да-да-да-да-да, конечно, не пробил. Олух. Куда это он побежал? Ох ты, ну... Ничего себе, ну ты прям, блин, как Ассасин Крид тут, ё-моё. Выплясываешь мне. Мимо нафиг. Так, ну он, по-моему, ребят, он как бы в гневе, что ли, да? Смотрите, он моргает весь. Как прям Шреддер в игре, не черепашки. Так, чё он тут думает? Ага, попрыгунчик свои. Ах ты, гадёныш. Всё-таки подхватил, подловил меня. Так, так, так. Смотрите, он постоянно меня преследует. Раньше мне приходилось его ловить, а сейчас он бегает за мной. Ладушки, это, с одной стороны, мне только на руку. Да давайте уже добивать его, ё-моё. Осталось-то на пару раз. В конце я... Тихо. В конце я просто плюнул на него, и все. Но! Давай, Бренус, ё-моё. Блин, да какое подкрепление может быть? Вот так вот. Довякался. Префектус. Ух, ребятушки, мы с вами прошли 7-й уровень. Замечательно, довольно неплохо. Так, сколько вы мне дадите рейта? 2 палочки. Плохо, очень плохо. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. И такой ржет довольный. Сейчас головешка, походу, он лишится. Что-то армия куда-то пошла. Ага, в северную деревню. Ладно. Но мы-то не забудем, смотрите, у нас, да, в глазах. В глазах горит месть за нашу семью. Вау, вот и все. Голова в руках. И наши ребята продолжат бой против римлян. Даже старый друг восстал против всех. Так, а эти тут в лесу. А, ребята, я понял кое-что. Они нападают на северную деревню, где семья этого танка находится. Вот он, смотрите, самый первый рванул. И эти за ним поспешают. В общем, короче, они решили напасть на деревню, пока мы здесь с вами разбирались. Ясно. Ну, мы с вами увидим это уже в следующей серии, что нас будет там ожидать. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся с вами уже в следующей серии. Так что, ребятушки, подписывайтесь и будьте всегда в курсе. А на этом все. Всем пока и до новых встреч, ребят.